Учащиеся Губкинского написали юридический диктант, отвечали на вопросы из школьной программы по обществознанию, права и свободы человека, презумпция невиновности, правила искового заявления и многое другое. По 10 декабря проверить свою правовую грамотность и познание в юриспруденции могут все желающие в возрасте от 14 лет. Акция проходит в режиме онлайн на сайте юрдиктант.рф. Среди участников не только обучающиеся, но и управленцы, юристы, правоведы, то есть люди, которые задействованы в этой сфере, в сфере законодательства и права. Итоги будут подводиться после 10 декабря этого года. Все участники по итогам вот прошлых лет, я думаю, что и в этом году это будет также, получают сертификаты участника правового диктанта. В прошлом году у всероссийского правового диктанта был поистине массовый характер. В тестировании на проверку знаний основ правовой грамотности в режиме онлайн участвовали 165 тысяч человек из различных регионов России.